Здравствуйте, меня зовут Дарья Краевская. Вы смотрите выпуск программы Kinder Life. Сегодня я расскажу о куклах Bratz, знаменитых и любимых многими девчонками в мире. Bratz – это название серии кукол высотой 254 мм, которых в середине 2001 года начала выпускать компания MGA Entertainment. Куколка Bratz – это воплощение девочки, подростка 10-13 лет, стремящейся выглядеть взросло и модно. Название этой серии кукол произошло от английского слова «брат». Так называют озорных детей. Первые Bratz попали на рынок в июне 2001 года. Сначала серия включала в себя только 4 кукол – Ясмин, Хлою, Сашу и Джейд. А затем были созданы и другие персонажи. В 2002 году Bratz стали широко известны во всем мире, составив серьезную конкуренцию куклам Барби, которые на протяжении многих лет удерживали лидерство на рынке игрушек для девочек. В феврале 2002 года на выставке игрушек в Нью-Йорке Bratz получили самую престижную награду Америки – People's Choice of the Year – народный выбор года. Bratz выпускается тематическими линиями, в которых куклы отличаются друг от друга фасоном одежды, макияжем, прическами и аксессуарами. Помимо основной линии кукол девочек, компания-производитель выпускает серию кукол мальчиков-младенцев, мультипликационные сериалы и видеоигры о приключениях Bratz, журналы и серии плакатов, аксессуары, наборы одежд, игрушечную мебель и другие сопутствующие товары. С 2001 по 2012 год было выпущено 108 персонажей кукол Bratz. Bratz выглядят как настоящие куклы-подростки, а не как взрослые девушки Барби. Они ходят в школу и на дискотеки, катаются на роликах, ведут дневники, красят волосы. У них выразительные глаза и модная одежда. Куклы Bratz очень похожи на девочек, которые в них играют. Вы смотрели программу Kinder Life. С вами была Дарья Краевская. Пока!